Hi. Всем салем, привет. Меня зовут Амина. Альбата. Да, мы очень любим ATEEZ. Они выступили на Immortal Song, бессмертная песня. И они хотят нас убить, а мы готовы. Раз, два, три. Оригинал это Сота Джи. Сколько людей, фанатов? Они были очень... Они очень, да, популярны. О, Господи. Он же... Классно такой. Яна Хуис, Лейли. Легенда. Я революшн. Он же весь ужасный, он не очень английский. А в песнях вовсю. О, боже, Енок, брейк, как его? Dance break? Да, dance break. Классно, классно. Побольше, побольше такого надо. Вау, движение классно. Вот сейчас будет брейк, dance. Вэ, он просто король танцев. Танцор этот просто. Рэп, you know. Тоже, да, рэп? Да, типа, да, рэп. Типа рэпа. Он выглядит, как будто он школьник, да? Но, ну, так круто танцует, например, да? Вау! Супа, супа. Супа, красавчик. Как это с ним идет. Какой... Всё, осанно. Сейчас я умирать. Господи. Какой красивый. Вот он любит это делать. Сейчас типа я мелочка, а потом такой. Да, резко меняет свой образ. Любит играть лицом. Dance break. Минги не хватает. Вот сюда бы минги еще. Хочу минги еще. У Сунху получается партия Минги, да, я так поняла? Обычно же они вместе с Сунху, да. Лидер с Минги. Давайте просто представим, что сейчас Минги. О май гад, ну Сунху просто. Он тоже красавчик, да. Господи, са. Сан тоже рэп читает. И рэп прочитал, и спел, и брейк танцевал. Господи. Все, все умеет. Мастер на все руки. Vocal King. Vocal King. О, давай, Сунху. Вау! Потанцуй там все цирзаком. Тоже Джон Форрэп читает. Гангстер, как такой горячий гангстер. Да, 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 да.
Добрый концерт. Добрый врач. Точно. Это было восхитительно. Ваше впечатление? Это было шикарно. Это просто было восхитительно. Просто 100 из 100. Все зачитали рэп? Все. Теперь, абсолютно да. Каждый. Они мультиталантливый курс, где каждый рэпует, да? И да. Молодцы. Да. И костюмы хорошие. Да, образы очень классные. И великолепное выступление. Жалко, конечно, Минги не было, но здоровье важнее. Надеюсь, он поправится скорее, и мы его скоро увидим. А так, конечно, его не хватало, его рэпчик, потому что у него такой классный рэп, и голос у него очень такой прям подходящий для рэпа. Если бы здесь был Минги, то они бы выиграли. Да, потому что, блин, они не выиграли. Просто не было Минги, поэтому они не выиграли. А если бы было, они бы точно выиграли. Они бы точно. Молодцы, ребята, мы вас любим. Да, и надеюсь, по нашей реакции мы поняли, кто наши бесы. У тебя, кстати, на первом месте тут? На первом? Я вот не знаю, ну вообще это был Сунхуан, сейчас, походу, юно такое, я сейчас типа Сунхуан подвисся. Время молодых! Да, там год разница, время молодых. Ну, мы любим всех. А потом такой, Джунхуан Албом, да. Подождай. Так я буду в ее сердце. Я же самый молодой там. Меня тоже никто не перебьет. Так что, да, по-любому она из старичков, так. 98, 99, 90. У нее, да, вот на третьем месте, походу, она последняя. Она последняя, да, как-то. Ладно, не будем это говорить. Они все в наших сердцах. Все в наших сердцах. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и да, пишите свои впечатления. Любите Эйтис. Эйтис? Эйтис? Ну я, а я кто? Я сейчас отчёт, я и Касси. Я и Арми. Я все на свете, да? Мы кей-поперы. О, боже, ты это сказала? Мы ты... Фандомщики, да, такая? Ну, да. Мы просто любим талантливых детей. Угу. Чуть много говорим, все, давай. Просто с ботой я люблю повторять. Подошла.